Мне кажется, это лук, но уже пропавший. Нет, я повторила твою же ошибку. Понимаю. Это уже какой-то консервант, я так считаю. ГМО, тавр ГМО, короче. Привет, крошки! И мы сегодня пришли с Ульяной выяснять, какие же вкусности бывают в тавре, потому что мы будем смотреть на цвет уровня и придумывать вообще любую еду, блюдо, что-нибудь такое съедобное, но обязательно съедобное, вот, что придет в голову. Ага. Вот. Например, ну, надеюсь, например, это морковь. Цвета будут все такие, ну, как похожи на какую-то еду. Да, это точно, потому что иногда бывают какие-то проблемки. Но ничего, я думаю, мы сегодня должны справиться. Как по мне, это морковка. Да? Ну что? Да. Он такой коралловый, мне кажется, креветка. О! Ой. Слушай, согласна, есть такое. Если бы светяшки были зелеными, а мы сейчас их сделаем зелеными, вот тогда это уже будет похоже на морковку. Ну, слушай, тогда да. Ну, если можно муклевать вот так вот с цветами, то, в принципе, можно сделать все что угодно. Да, это точно. Но можно менять только же светяшки, поэтому вот... Ну, вообще, да. А, ну это получается как ботва? Ну, да, да. Ой, это какой-то очень ядреный. Но, знаешь, похоже на какой-то молочный коктейль. Ага. С кусочками лимона, видимо, потому что у меня сетёжки тут желтые. Ой, слушай, ты сейчас сказала за светяшки желтые, и я этот цвет посмотрела. Dragon fruit. Фрукт. Мне напомнило очень сильно. Если вот с таким цветом, как у тебя, ну, я имею в виду, цветом светяшек желтыми. Вот, то прям будто бы. Слушай, возможно. Похоже. Но я, кстати, не уточнила, молочный коктейль, да, он клубничный 100%, потому что он такой вот, даже, наверное, малиновый больше. Короче, какой-то такой розоватый получился. Ну, да, я бы сказала, что малина скорее, чем клубника. Хотя, ну, да. Так, у нас тут повторка, все-таки еще один такой же цвет, и такие же цветяшки. Что делать, Ульян? А я считаю, как, если одинаковое, то блин. То можно не говорить, да? Можно не говорить, да, как бы. Слушай, ну вообще да, потому что это будет очень сложно. Уже фантазия почему-то закончилась. Да, да. А это только первый тавр. Да. И третий уровень. Так, ну, в принципе, если ты свалилась, то я могу сейчас так заочно сказать весь оставшийся тавр. О, вон там точно морковка, а тут, да, уже какой-то другой. Слушай, ну, дальше, я думаю, какой-нибудь там виноград, там синее. Ты можешь, кстати, справа посмотреть. Ага. Вот. А выше... тоже какой-то, мне кажется, молочный коктейль. Очень даже похоже на такое нежно-голубое. Угу. А небо съедобное? Давай назовем небо. Небо, да. Вот я тоже думала, что может небо какое-то. Не знаю, это какое-то молоко с чем-то. А, это знаешь, это йогурт. Это йогурт, да. Все, отлично, все, переходим, значит, в другой тавр. Так, ну что, у нас тут фиолетовый, очень даже интересный. Мне кажется, это какой-то баклажан. Так, вот только светяшки немножко портят все, надо их вернуть обратно. Слушай, а меня сейчас только что светяшка не убила. Хотя я подумала, что она меня убила, она не убила. Очень интересно. А ты знаешь, я хочу сказать, что у меня этот уровень очень... ассоциируется с инжиром. Вот почему-то. Слушай, я на самом правда? Деле очень люблю этот продукт. Согласна. Вот. Инжир, кстати, бывает еще и зеленый, так что вот. А, кстати, тут... да. Это же следующий уровень зеленый. Все, это у нас инжир будет, получается. Блин. Ой. Давай, сейчас я должна успеть вот так вот. Да что ж ты? А, не успела. У меня потому что сетяшки были открыты. Вот так сделаю. О, класс, спасибо. Кстати, я еще недавно узнала, что есть фиолетовая картошка. Очень необычно. Так, ну давай оставим это для следующих уровней, Да, будет очень сложно потом. Мы сейчас все цвета, точнее, фрукты, овощи, еду всю расскажем, а потом уже все, не будет никаких вариантов. Не будет никакой интриги, да, я согласна. Да, это тоже. Мы, конечно, можем посмотреть так справа, что у нас находится в тавре, но так неинтересно, я не смотрю. Я вот смотрю на зеленый и думаю, что это может быть. Но он, конечно, очень ядреный, но мне кажется, очень похож на какой-нибудь салатный лист, там, например, не знаю, вот прям... Ну да. Ну, конечно, такого цвета в природе нет. Ну, он реально слишком яркий прям. Да. Я даже не знаю, лук. Лук даже не такой ярко-зеленый, как этот уровень. Ну да. Это уже какой-то консервант, я так считаю. ГМО, тавр ГМО, короче.
Если вы где-нибудь увидите лук такого цвета, не берите, ребят. Не берите, да, он плохой, 100%. Так, мы почти прошли уже этот уровень, но надо придумать, на что это похоже. Ой, я уже забыла даже, что нужно придумывать. Ну, это помидор. Да, смотри, он немножко оранжевый даже. Я вот, может быть, грейпфрут? А, слушай, а да, тоже может быть. Не допрыгнула. Эх. Ну ладно, если я не допрыгнула, все равно я как бы знаю дальше цвет. Он такой банановый, что ли, вот, так что... Ага. А ты как думаешь? Ну, на самом деле, вот он как раз-таки вот банановый. Я думала, может быть, это лимон, но лимон как-то посветлее, а это прям такой... Ну да, лимон насыщеннее. Вот если из зеленого сделать желтый, то будет лимон. Да. Слушай, я даже еще бы сказала, это какой-то заварной крем, вот так вот, с бананом. Ой, я не могу, мне аж все мурашки по телу, я аж захотела заварной крем. Я представила, знаешь, на что похоже? Похоже на чизкейк. Блин, точно, капец, реально, прям вот вылитый чизкейк. Вот песочное тесто, которое внизу. Ой, ребята, не смотрите нас, если вы голодные. Да, если вы голодные, то идите, ставьте чайник. Да, это точно. Я не успею дальше. Ну ладно, я все равно пока еще не успела придумать дальнейшие цвета, какие могут быть. Слушай, да, это не очень похоже даже было на банан. Ты была права скорее. Так, а это у нас, а это у нас. А что это у нас может быть такое? Мне кажется, это лук, но уже пропавший. Так, понятно, Ульяне лук не надо давать. Ну, просто зеленый. Ну, именно лук, который зеленый, ну, в смысле, с листиками этими зелеными. Как он называется? Ну, в общем, вы поняли. Ну, слушай, есть зеленый перец. Мне кажется, он подходит. У нас же нет светяшки. Да. Вообще, есть еще брокколи и еще какая-то зелень, которую я не ела. Вот что-то такое вот. Ты по цвету... не ела брокколи? Не. Ничего себе, это моя любимая капуста. Так, а это у нас уже, слушай, даже не знаю. Ну, так, а ты на каком уровне? Я потеряла тебя. На втором. А-а-а. Я вот думаю, ну, вообще, это какой-нибудь виноградный сок. Угу. Виноградный еще есть сок, осветленный, поэтому есть проблемка маленькая. Ну, это значит не осветленный. Из фиолетового винограда. Все нормально. А я все-таки применю тот самый картофель. Пускай у нас будет жареная фиолетовая картошка с луком. Слушай, очень классно. Я, кстати, не видела его никогда в жизни и не ела, поэтому... Ну, я, конечно, видела на картинке в интернете, я представляю, но немножко не представляю. Интересно, какой он на вкус? А я вот тоже не знаю, на самом-то деле. Я видела какой-то видос с ним, но... с ней, с картошкой. Но я ее не пробовала. Если вы, ребят, пробовали, то напишите, как вам. Да. Ульян, я долго думала и стояла все на этом уровне. Ну, потому что с него уходить мне пока что нельзя, я еще не придумала. Короче... Я считаю, что это, ну, мне казалось близко к гречке, ага. Но, это знаешь, это есть гречневые макароны. Вот они реально такого цвета. У меня, кстати, дома лежат, я их даже не пробовала. Вот, поэтому очень даже интересно их как-нибудь приготовить. Если, ребят, вам тоже интересно, я с вами поделюсь обязательно. Вот, конечно, не макаронами, а отзывом на них. Это, кажется, еще называется соба, если я не ошибаюсь. А, может быть, слушай. Кстати, да, да. Да, ну вот. Но у меня просто обычные, не раскрученные. Ага. Так, ну это точно вот у меня сейчас малинка. Ага. Я вот не знаю. Мне казалось, что это хлеб, знаешь, какой-нибудь ржаной такой. О, так это гениально, слушай. Так, ну прошлый уровень у меня был какой-то малиновый, точно, потому что там светяшки такие. А вот это, слушай, я даже не знаю, что у нас еще такого цвета есть. Это сложно, очень сложно. Слушай, может быть, сейчас, ну да, наверное, да, фасоль красная. А может быть, может даже сделать что-нибудь из нее. Из этой фасоли, какое-нибудь блюдо. Слушай, возможно, похоже очень, да. Знаешь, я что-то подумала, не успела. Ну вот. Очень похоже на недоспевшее яблоко. Или переспевшее. Вот, красное такое. Оно, которое еще не красное. Слушай, если ты там прошла, то давай, может,
тогда спускайся, я не пойду дальше, ага. Пойдем в другой этап. Хорошо. Так, ну что, Ульян, мне кажется, это оливки. Оливки или маслины? Так, маслины черные, значит, это оливки. Да. Все. Да. Вот. Потому что я их путаю. А, так, и запуталась немножечко в этом уровне. Ну вот, опять он от меня уехал. Слушай, ну мне почему-то ассоциация сразу пришла с смузи какой-нибудь, знаешь. Ого. Сельдерей плюс киви плюс что-нибудь. Ничего себе. Еще. А да, ты такое пробовала? Я вот хочу себе сделать. Я купила уже продукты. Ничего себе. Сделать. Да, да. Ну, у меня такой интересный вкус. Ну, я даже не знаю. Ну, мне кажется, должно быть вкусно. Угу. Я потом расскажу ощущения. Блин, да, вот очень хочется отзыв услышать, потому что это что-то... Да, опять я упала. Немножко странное. Ну, то есть, когда ты делаешь что-то... Вообще, что-то пьешь, оно в первую очередь сладкое, наверное. Ну, возможно, да, да. Ну да, там же киви, наверное. Ну, может быть. А-а-а, слушай, ну, кстати, киви тоже подходит. Да. Так, а я, кажется, разучилась проходить именно этот уровень. А я, кстати, его тоже не любила, но почти прошла. У меня раньше почему-то получалось, а вот сейчас прям проблематично очень. Ой, Ульяна, я это видела. Нет, я повторила твою же ошибку. Понимаю. Да. Я считаю, надо покупать либо пружинку, либо что-то еще. А, слушай, а кто нам запрещает? Это же не предатель и ничего такого нет. Что может запретить нам купить пружинку, поэтому... Слушай, а с пружинкой-то легко. Ой, как бы не сглазить-то. Ага, сглазила. Ну вот. Ура! Я дошла до следующего уровня, и тут, о, наконец-то, прям красный. Короче, у меня прям очень много вариантов. Смотри, а это может быть как мясо. Ага. А, так и красная икра. Ого. Не знаю, зачем я сразу несколько вариантов выдаю, но мне прям много пришло в голову, и даже грейпфрут. Так что выбирай, что подходит. Ну слушай, вообще, на самом деле... Я даже не знаю, но мясо прям... Ну, я даже не знаю. Если только еще не приготовленное мясо, то... Ну да, да, я вот как раз о нем и говорю. А, ну да, в принципе, очень даже ничего. Да, или рыба какая-нибудь красная тоже. Вот, вот да, да, я тоже не только что подумала. Так, ну это точно клубничное мороженое, это 100%, это вообще никак иначе. Слушай, да. А еще когда... Ну, не очень много клубники там. Ну да, да. То есть оно такое прям вот нежно-розовое. Ага. Так, ну я не уверена, конечно, но, возможно... Это голубика, потому что голубика же голубая. Ну, хотя бы по названию точно. Вот, казалось бы, смотришь на синий цвет, и тебе представляется какая-нибудь рыба. Но рыба же не синяя. Просто она вот ассоциируется с тем, что она плавает в море или в реке, смотря какая там. Ну, смотри, банан у нас уже был. Возможно, это ананас. Слушай, да. Ну или мне почему-то сейчас пришло в голову лимонный пирог. Почему-то. Слушай, да, очень классно. Так, ну, возможно, вот этот уровень — это огурец. А, кстати, у нас не было таких простых прям продуктов. Например, огурец. Да. Ну, помидорки тоже были уже. А, точно, точно, да. Так, а я-то прошла, и, слушай, я попробую кому-нибудь скинуть пружинку. Ловите! Внизу. Ой, а ты не прошла? Я не прошла. Ну, но я вижу там пружинку, ее никто не подбирает. Да. О, все боятся, что ли? Не, возможно, не видят, потому что она тут сбоку тут лежит. Ага. Ее никто не трогает. Ну, тогда можно пойти в другой тавер. Да. Так, Ульяна, я точно знаю, что это. Это так. Тыква. А свежая или, может быть, какой-нибудь пирог? Опять? Или пирожное? Нет, я думаю, свежая. Ай, так, делаем вот так тут. Нет, он чистит. Да, поэтому я уже взяла. Ага. Вообще, на самом деле, вот так тут, если подумать хорошо, то можно вспомнить какой-нибудь... Ой, зачем? Кто это купил? Это что такое? Нет, я же не увижу теперь цвета уровней. Ну вот. Короче, если хорошо подумать, то можно вспомнить, в принципе, какие есть продукты. Вот, но так теперь уже тяжело. Ну да, кстати. Ну слушай, может быть, это просто новые такие будут блюда. Например, это уже не полностью оранжевый, такой светло-оранжевый, а светло-оранжевый такой мед, например. Слушай, да. Но мне вообще почему-то кажется, что это какая-то ореховая паста. А, о, я, конечно, не уверена, что... Она такая бывает, вот, но...
Вот это вот туман меня очень смущает, поэтому не вижу полностью точный цвет, и поэтому уже не могу точно сказать. Хотя это может быть еще какой-нибудь хлеб такого цвета. Ну, бывает же. Ну да. Ну или хлеб с пастой ореховой. Да, тоже верно. Так, Ульян, мне что-то не помогает вообще ничего, что у нас куплено, и туман вот только портит все. И ага. Цвета не видно, и проходить тяжелее стало. Ну да, да. О, ого, я запрыгнула, ничего себе. А, у нас прыжок куплен, думаю, почему я такая хорошо прыгучая стала. Так, это у нас серый, да? Ну, это точно какой-нибудь серый хлеб. Вот именно серый, не черный. Ага. Ну, я на самом деле даже не знаю. Мне сейчас в голову вообще ничего не пришло. Семечки какие-нибудь. Вот семечки тоже подходят. О, слушай. Да. Ага. Действительно, семечки. Хороший вариант. Так, ну вот тут я точно за инжир. Нет! Так, ну, видимо, Тавр не очень хочет, чтобы я его проходила, поэтому я думаю, это был последний цвет еда на сегодня. Ого, Ульяна там высоко уже. Да, я что-то такое разыгралась. Да. Ну что, а я думаю, на этом мы будем заканчивать. Если вы вдруг придумали другие продукты, то можете написать все это в комментарии. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Пока!